Сегодня я вам расскажу о настройке принтеров этикеток X-Printer, о их подключении и установке драйвера. Итак, вы приобрели принтер этикеток X-Printer. В принципе, неважно, какая модель, будь то XP365B, как в данном случае, будь то 400-я, 200-я серия, принцип установки драйвера у всех одинаковый. Сегодня я вам покажу на примере модели XP365B. Если вы купили принтер в нашем магазине xprinterdv.ru либо denisov.ru, мы помогаем удаленно настраивать эти принтеры своим покупателям, если у них возникают какие-то сложности. Базовую настройку я вам сейчас покажу. Так, в комплекте с этой моделью идет вот такой вот диск. Если у вас диск не такой, не брендовый X-Printer, а какой-то там другой самописанный, скорее всего, вы купили не оригинальный принтер, а какую-то его копию, либо какую-то отбраковку. Поэтому будьте внимательны при приобретении принтера, смотрите, чтобы был в комплекте оригинальный диск. В отзывах на Озоне, на Беру и прочих маркетплейсах я встречал часто отзывы, которые жаловались на эту модель XP365B, что якобы она там что-то жует, все плохо с ней. И оказывалось, что как раз таки эти покупатели пользовались не оригинальной версией, а какой-то ее копией, купленной задешево где-то на распродаже. Ну, как бы задешево получалось, что как бы не очень качественно. Итак. Начинаем с того, что подключаем провод USB, провод питания, включаем в сеть, но пока не включаем принтер. Установка рулона с этикеткой. Надеваете на этот вот штырь. Получается, этикетка у нас вниз у этой модели. С помощью фиксаторов подгоняем, чтобы лента у нас зафиксировалась, но при этом, чтобы чуть-чуть она там ходила. Чтобы при протяжке она никак не зажевывалась, не останавливалась. Теперь закрываем. Скачать драйвер можно либо по ссылке, которая есть на коробке, если вы купили в нашем интернет-магазине, либо вы можете зайти на наш сайт xprinterdv.ru, вот его название, в разделе «Поддержка» можете видеть различные ссылки. Переходим на ссылку «Драйвер IPO», загруженный на Яндекс.Диске. Именно там выложены будут последние версии драйверов. Так, открыв эту ссылку, мы видим для загрузки различные файлы. Папка «Драйверы». Нам тут интересно в данном случае. И файлы самой программы для печати этикеток. Есть программа Bartender, которая является стандартной. Она идет в комплекте на дисках. Либо программа Nice Label. Так, вот она. Она тоже работает с этими принтерами. Вот я работаю именно в ней для своего бизнеса. Меня она устраивает. Вот. Не принципиально, какой программой пользоваться. Можно даже будет печатать с любой другого сервиса, там Мой Склад или прочих сервисов, которые могут генерировать этикетки. Заходим в папку «Драйверы». Тут мы видим различные версии драйверов. Специально сохранены различные версии, начиная вот от той, которой уже несколько лет, и вот до самой новой, которая будет называться вот по названию года и серии, которая она вышла по счету, какая она вышла по счету. То есть вот в 2020 году было уже три версии, 1, 2 и 3. Соответственно, файл
2020.3 – это самая последняя версия. Можно начать с нее. Забегу вперед, что не всегда самая последняя версия драйвера будет поддерживать весь модельный ряд. То есть, если при установке он не будет, вернее, установщик не будет определять вашу модель, то нужно будет скачать версию там, вторую, первую, ну или даже вот за 2019 год. Возможно, там будет по-другому. Итак, дождемся скачивания. Драйвер скачался. Запускаем установку. Принимаем. Можно выбрать любой путь, тут уже не важно. Я оставлю по умолчанию. Здесь убираю галочку «Прочитать инструкцию», ну, чтобы нам читать, вы можете не убирать. И запустить установку после распаковки. Все, он распаковал драйвер. Запускается установка. Так, выбираем «Установить драйверы». Нажимаем «Далее». И вот на этом этапе мы включаем принтер. Принтер выматывает одну этикеточку и снова ее заматывает. Таким образом, он определяет расстояние от начала этикетки до конца, ну, то есть расстояние между этикетками. После включения наш принтер определился. Нажимаем «Далее». Имя принтера можно оставить по умолчанию. И нажимаем «Готово». Начнется установка. Все, установка успешно завершена. Нажимаем «Закрыть». Далее мы переходим в настройки принтера. В зависимости от Windows у вас будет это выглядеть как-то по-разному. Нам нужно зайти в свойства только что установленного принтера. На закладке «Настройки» нас интересует вкладка «Общие». Здесь мы можем нажать сейчас «Пробная печать». И он нам напечатает пустую этикетку, потому что у нас задан неверный размер этикетки в свойствах. Поэтому он печатает этот тест, но где-то вот здесь вот сбоку, и поэтому это не выходит. Чтобы это исправить, заходим в настройки, параметры страницы и нажимаем новое. В данном случае у нас установлена этикетка 58 на 60. Как раз таки ее мы сейчас и укажем. 58 на 60. Теперь попробуем пробную печать. Вот теперь слово «тест», оно попало на нашу этикетку, потому что принтер знает, какого размера бумага по ширине установлена. То есть по высоте он автоматически может определить, по ширине то, что становится в настройках, то он и будет вам печатать. Так, значит, с настройкой сейчас все хорошо. Вы, в принципе, можете уже начать печатать этикетки в программе, которая у вас есть. Если вам, у вас нет программы, то тогда скачиваем, например, программу Bartender. Тут есть файл «Прочти меня», где будет указано, как ее установить. Здесь будет инструкция, как ей пользоваться. Ну, при желании разобраться можно будет. Значит, это вот версия платная, 30-дневный пробный период, и потом вам нужно будет приобрести, ну, либо использовать средство специальное, чтобы возобновить ее работу. Это Nice Label. Также она платная. Вы либо можете пробный период использовать, либо применить специальное так называемое лекарство, чтобы этого не делать. Тут уже на ваш выбор. Сейчас мы попробуем печать непосредственно уже на этикетке. То есть вот у меня программа Nice Label, она уже установлена. Шаблон самой этикетки также присутствует, поэтому мне сейчас не нужно будет создавать.
Вот, значит, нажимаем на печать. И нажимаем на печать. Ну, вот получается, этикеточка у нас вышла. Все четко и ровно и по границам. На этом базовая настройка драйвера закончена. Желаю вам успеха в вашем бизнесе. Если у вас будут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки. До свидания.